И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Expansion Core, все на том же самом сервере. Мало чего изменилось, если уж на то пошло. Я немного побегал за кадром и... если честно, чуть-чуть думал, что лишусь Red Alert'а. Да, я его переименовал в Red Alert'а. Ну, не лишился я его. Вот, еще не читал комментарии, еще только, можно сказать, я только выложил это видео, которое... предыдущее видео. Вот, поэтому не знаю, что это за фигня, короче, и так далее. Ну, в общем, пускай пока будет так. Побегать я побегал. Нашел, кстати, спрута, с которого падают этого... Тисателиуса. И... выбил с него одну щупальцу. Также с него выпала вот эта вот нефть, которая, между прочим, портится. Было 60, кстати. Пока все это время прошло, уже 10 испортилось. Убил альфа этого говноеда. Короче, альфа-мужика убил. Ред альфа-мужика. Что-то мне там здоровья было не сильно много, поэтому я его завалил. И с него выпало... синего? Че я думал, что он красный? Ну ладно, ну будем считать, что типа синего. Также немножечко побегал, короче, то все подобывал и так далее. То есть, ну, ничего, так сказать, сверхъестественного, просто побегал, покачался, повыживал, можно так сказать. Акваланг специально не убираю, потому что штука нужная и очень мне помогает. Так, что еще? Что еще? Да, собственно, пожалуй, ничего такого сверхъестественного. Да, ой. А, ну вот лестницу поменял, потому что я почему-то появился. Я появился на этой лестнице, короче, на своей старой лестнице, и она сломалась. А мне лень было искать старую лестницу, я поставил эту. Ну, разницы никакой нету, так что и пофигу. Да, здесь можно будет стрелы потом состряпать. Пока что я ничего этого не делал. Prime Blood Pack я не открывал. Blue Tribesman Kibble Pack я не открывал специально, чтобы открыть его на серии. Ёб твою ж налево, по тридцатке! Так, Титанобоа, Спина, Кицаля и Рекса. Офигеть! Офигеть! По 30 штук, нифига себе! Я уже в предвкушении, сколько отсюда Трайблада вывалится. Здорово. Ну, это все у меня до этого было. Да. Вот они, вот они. Ну и давайте посмотрим, что вывалится из Tribe Blow. Tribe Blood Pack. 50 всего лишь. Эх, не, ну 50 тоже, конечно, неплохо, я не спорю, как бы, но... хотелось бы хотя бы соточку. Честно, я рассчитывал на соточку. Ну да ладно. Посмотрим, что требуется для вот этого всего. Ёпин театр. Аметист. Кстати, да, они бриллиант переименовали в аметист. Я когда первый раз показывал, был даймонд, алмаз, а потом на следующий день, короче, захожу после этой записи, там, оп, аметист, думаю, ну, ёп, твою ж налево, ну, ладно, думаю. В общем, рубин, сапфир и эмеральд у меня есть, а аметиста у меня нету, так что пока что эта шапка у меня недоступна, я бы так сказал. А вот сапфиров у меня что-то как-то аж перебором оказалось. Ну, побегал, просто альфа-чеп поубивал. Для чего? Так-так-так-так-так, 206. Собственно, именно для этого я и старался. Вот так вот. 206. Для чего же мне это нужно? Где же этот столик? А, какой столик нафиг? Это же в руках делается. Делается. Кстати, а шапка-то... А, вот она куда. Call to Arms используется. Call to Arms. Волокно, правда? Ну, только единственное, черный жемчуг жалко. Так, делается. Вот она, делается! Делается так броня. Что же я хочу сделать? Такс. Ну, конечно же, шлем. В первую очередь, шлем.
Потом, и я думаю сделать чест плейт, потому что она, господи, так сказать легче будет, потому что она джетпак имеет в себе, поэтому я думаю, мне это пригодится. Кристалл, слиток металла и полимер. Собственно, этого говна у меня полно, особенно полимером. Органического, но все же. Так, вот так возьмем сразу же. Так, и мне нужен кристалл еще. Я думаю, о, кристаллы есть, отлично. Создаем шлемачок и броньку. Честно, вообще не в душе. Что, как, где будет? Да, я так и думал. Энергия и так далее. Мне писали, как бы, что они требуют энергию, и если я не ошибаюсь, чтобы добыть эту энергию, нужно убивать боссов. Вот, а боссов нужно убивать именно... Ой, господи. Вызов кристаллов, все дела, короче, и все в таком духе. Вот, ну, ой, а что он так мало полимера потратил? Ну, это хорошо, короче. Сейчас я скину все за стаку, так сказать, полимерчик, чтобы у меня меньше тратился. Так, отлично. А вот это все скидываем, вот это все скидываем. Так, где там полимерчик. Да, вот он застакался, так что все просто замечательно. Что я, собственно... Да, как бы я сейчас надену и... Ой, блин. Надену и толку как бы от этого, как я понял, будет мало без энергии. Энергии требуется именно убивая боссов, все дела, короче. И все в таком духе. Штука типа классная, но... Аж энергия 0. Так, краш-тест. Краш-тест. Раз, два, три. Погоди. Ёпту! У меня аж энергии нету. Нифига, он так высоко взлетел. Тихо. Круто. Так. Краш-тест номер два. И... ныряю. Так, вот здесь уже мне ничего не показывают. Короче, на джетпак она ничего не... В общем, короче, джетпаком я могу пользоваться даже без энергии. Здорово. Здорово. Офигенно, я бы даже так сказал. Так что, все просто замечательно. А самое главное, я теперь имею у себя постоянно парашют. Ух, ёб твою ж налево, да какого фига ты так взлетаешь резко? Ну-ка, если падаю... Так, здоровья у меня много, так что давайте-ка, Эх, ноги переломал, да, точно переломал. Эй, жалко. Ну ладно. Собственно, для чего я их сделал-то? Ой, я жрать хочу опять. Да что ж такое, натыр? Я везде жрать хочу. На стримах хочу жрать, здесь хочу жрать. Это вообще беспредел какой-то. Так, не здесь у меня еда. Еда у меня в холодильнике. Только вот на стримах жалко, холодильника нету. Эх, было бы здорово. О, кстати, давайте-ка проверим. А, кстати, да, я бошку трек. О, не надевается. Прикольно. А, собственно, для чего же я создал? Я хочу проверить. Вообще, ты апгрейдишься? Сколько? Ну, апгрейдится. Апгрейдится. Да, апгрейдится, короче. Но, короче, да. Ну, суть в чем? Оказывается, я просто хотел проверить, апгрейдится или нет, а тут получилось так, что я в итоге еще и это джетпак себе сделал на халяву. Здорово. Так, тогда вот эту броньку мы пока что скинем сюда, ну и шапку, соответственно, сюда. Акваланг. Погоди-ка, ты ж типа кислород там все дела, что-то там такое было. Я ж кислород-то не проверил. Не, понимаю, что вы на записи уже перемотали, посмотрели, кому это было интересно. Да и кому было интересно, это сразу заметили. О, точно, зачем мне далеко лететь? Здорово! Мне теперь акваланг не нужен. Вот.
выносливость. А кислородка. Обалденно. Все просто здорово. Остается только доделать остальную броню. Блин, а что тогда даст заряд этой брони? Уже даже интересно. Так, ну, возможно, типа включение всяких дополнительных плюшек и так далее. Ну, здорово, теперь, значит, мне акваланг не нужно таскать с собой. Так что у меня теперь есть и где дышать. Конечно, по броне я просел, прям по-жесткому просел. Потому что здесь всего вот соточка, как бы... Ой, ёпта, вышло налево. И это все как бы... Ну, да и ладно. Когда-нибудь, может, обгрейжу ее. Что же я хочу? Я хочу, наконец, притомить тезика. Я сегодня почитал про тезерозавра. И к этому, короче, еще вернемся. Я потом статью открою, короче. И к этому мы вернемся. Сейчас же я хочу притомить тезерозавра. Терезинозавра. О! Терезинозавра, да. Потом, как я запомнил, я в шутку его постоянно называл резинозавром, а там нужно добавить всего лишь те, и вот так вот из тупой шутки я понял, как правильно его называть, короче, ну да ладно. Терезинозавр, да, терезинозавр, я, короче, правильно сказал, слава богу, хоть какой-то век я что-то правильно сказал. Блин, я забыл, какие кибл нужны для него. Так, ну ладно, заодно сейчас статью открою, короче, и посмотрю, что за кибл нужны. В общем, нашел я чем томиться, яйцом, то есть корм яйцами мегалозавра, либо ягодами. Ну, конечно же, имея возможность создать бесконечное количество киблов, имея только металл, почему бы этим не воспользоваться, да? Как бы это логично. Так вот, его можно качать на деликатный, как я понял, и на мощный. И открыв таблицу... Кстати, RuArk Survival World, wiki.com, это я там все смотрю. Вот, и посмотрел, что добывает мощный, и что добывает деликатный, на максимум вкачанный. То есть, одинаковые статы, все дела, короче, что добывает. И я понял, что мощный нужен солома, дерево, мясо. Ну, на выжженных землях... сочная мякоть кактуса и труп шелкопряда разделывать. Но при всем при этом деликатный добывает волокно, ягоды азелберри, кожа хитин, органический полимер и цветы с шелком. Короче, не знаю, что за цветы с шелком. Это, наверное, тоже из выжженных земель. Ну да ладно. Суть-то в чем дело? Я понял, что лучше качать деликатный. Дерево, солома, мясо, это все фигня. Это все и так добывается легко. По сути, мощный, он добывает кожу и хитин. И да, это мощнее добывает. Но если нажать на C, то есть по стандарту на C, то. А что у меня? А, да, вот он, вот это. У меня то же самое есть, но. То это все дело. С деликатным, то есть если вкачивать его максимум на деликатного, то он добывает в два раза больше, нежели качать мощного. В общем, я подумал, и качать нужно деликатного. Как это будет на самом деле, что, как это будет выглядеть, я вообще без понятия. Поэтому мы сегодня с этим и столкнемся. Так, киблы. У меня бутылки-то вообще остались хоть, а? Ресурс. Вот он ресурс. Обожаю это. Просто чертовски мне это не хватает на стримах. Вот это вот, вот так хоп, чпоньк, и оно уже на месте. Потом так чпоньк, и оно уже на месте. Просто адово мне этого не хватает на стримах. Блин, редкий гриб не хватает. Вот говно. Редкий гриб. Мне для этого нужен металл. Очень удобный мод вот с этим столом, кибл столом. Это, блин, вы не поверите. Мне больше прикалывают люди, которые пишут, типа, расскажи, там, типа, как найти такой сервер и все в таком, как ты находишь такие хорошие сервера и так далее. Да черт побери, я просто ищу в поисковике, что первую под руку попалось, то и захожу. Вот так я и нахожу сервера, если что, это секрет, который я раскрыл, как найти хорошие сервера. Вот, и, собственно, там, с таким модом и так далее. Ну, блин, ты чувак, ты просто так и прямо и скажи.
Да, я описываю сервер, но это будет эффект то же самое. Но, опять-таки же, с другой стороны, на что я уже ответил этому человеку, кому нужно было, те уже нашли мой сервер и все увидели, все узнали и так далее. И уже играют здесь. Поэтому, как бы, кому нужно было, кому реально нужно было, те уже узнали. Сами. Вот, поэтому, как бы, ну, сейчас в целом уже сервак палится. Начнем с этого. То, что сервак уже палится, и было уже намного легче найти. Было бы желание, как говорится. Так, хотел, конечно, приручить Терезинозавра именно Альфача сразу. Но, понятное дело, до Альфача нужно еще добраться. Вот. Как говорится, Альфача нужно еще для начала найти. Вот. Ну-ка, если... Эх, не взлетает! Жаль. Было бы прикольно, если бы он даже бы на тигре бы взлетал бы. Но, ну, не на тигре, а на кошаке. Так, и полетел. Где-то здесь в лесу должен бегать соточка с лишним левел. Ты какой левел? Ты маленький левел. Ты мне сейчас будешь мешаться. Эх, первосортное мясо, как же тебя мне не хватает на стримах. Ой, вы не поверите, я уже сам жду, когда я закончу этот примитив плюс вот с этими маленькими иксами и маленькими стаками. Это очень тяжело играть. И когда я прихожу сюда, это просто такая отдушина от этого всего безумного мира. Но, с другой стороны, я сам решил, что мне так и нужно. Вот он должен быть. Беспредельщики долбанные. Я научился вас уже сбивать. Долбанные вертоплюи. Так, вот, тиранозавр 110 левел. Да, точно, как я и говорил. Так, троодон, вот вы меня просто до жути бесите. Это реально такие гопники, короче. Ходишь ты, ну вот, вот сейчас на большом, на мощном динозавре хожу, да? Даже близко не нападают. Но стоило бы мне слезть только, все, сразу же бы этот гопарек долбанный подбежал бы ко мне и начал бы нападать. Так, ладно. Я про вас почитал, я знаю, что да, когда, где, но... Это самый легкий вариант. Конечно, можно было кицелем притащить, но... Кицелем притащить? Да хотя какая разница? Стой, гад! Да твою ж мать, да сколько ж тебе надо-то? Попаданий! Так. Кибл, кибл, использовать, хавай. Все здорово. Такс. О, прикол. Шлем активировался. Шлем активировался. А какого фига он активировался у меня? Не, ну до этого ж не было этого. Обалдеть. Нейтралитеты. Союзники. А как он активировался? А чё я нажал? А-а-а! Опять на пробел. Ха! Надо, короче, про так броню почитать, однако. Так, ладно. Мы сейчас смотрим про тебя. А, во-первых, хороший кибл жрать надо вот это вот, короче, пока похавы. И... А почему бы с тобой на базу не сгонять? Погнали на базу. Блин! Да-да-да-да-да, точно. Мне вот описали то, что это, типа, это есть в Тега, если не ошибаюсь, от Зака я писал. Это, типа, есть в тег этой... Тег-шлем, короче, показывает, типа, где кто, союзник, враг, все дела. Ну как я его активировал, черт побери! Да, и теперь я могу их легко определить, кто, короче, типа, на меня нападает все-таки, а кто просто мимо пробегает. То, блин, это... Так броня это мечта, это реально просто мечта. Вот, я сейчас вижу, где кто, кто на меня сагрился, кто не сагрился. Че, где, как, просто иду себе спокойно. Я вижу уже врагов, союзников и просто нейтралитетов, которым вообще на меня насрать. И сильно. Текс. Да почему бы и нет. Ах, это здорово. Погнали. Стены сразу же вот вижу. Круто.
Терезик. Терезик, Терезик, давай! Быстрей! Ты успел! Ты молодец! Да ладно! Там, получается, я вижу пушка, это как турель, короче, здесь я вижу сразу же, кто внутри находится. То есть я могу посмотреть... Интересно! Это сейчас мы затестим, полазим по базам. Такс. Ну вот этот баг, короче, то, что свистульки отключаются, это, конечно, меня раздражает. Блин, прикольно. Нет, такой лифт дерьмовый, легче уж по этим забираться. Так, тиранозавр. Тиранозавр остается в верстаке, отлично. На верстаке мы имеем... Тиранозавр. Так, кожа, волокно, дерево, слиток металла. Окей. Кожа, волокно, слиток металла, дерево, да? Блин, я забыл. Чикан, 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 чикан. Я говорю туда. Точно. И, в общем, сейчас посмотрим, что же нам это дает. Так, выкинуть, 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 выкинуть. В топку, в топку, в топку. Ну, это можно все разобрать. Так что скидываем сюда. Потом разберу. Так, взять все. Я же, кстати, себе же вес все-таки вкачал. У меня теперь 1000 веса, это просто кайф, я могу беспрепятственно. Блин, а у меня дерева, наверное, нету, да? Чтобы сразу тебе грыдануть-то. Седло. Ну-ка давай-ка глянем. Чтоб тебе седло грыдануть, что нужно. Апдейт. Ну да, у меня даже дерева не хватит. Ну ладно. Потом грейдану тебе седло. Блин, здорово. Надо, короче, посмотреть. Почитать про эту тег-броню и как она активизируется. Активируется, да ёб твою ж налево. Нет, к этому джетпаку, конечно, надо еще привыкнуть. О! Типа ускорение тоже срабатывает. Короче, ясно. Если я, короче, такой бегу-бегу, прыгнул. И ясно, короче. Самое главное в прыжке на shift не жать. Поэтому я... Я так и взлетал, господи. Я теперь не смогу еще аккуратно... Точнее, по привычке, как я всегда бегал, бегать. Угу, угу. Окей. Так. Ага, все. Правая кнопка мыши собирает волокно. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну-ка, погоди, погоди, погоди. Это прикольно. Ну-ка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Такой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Собрал. Ням-ням-ням. Блин, это же прикольно. Как доктор Зайберт такой. Щупальцами своими. Черт, это прикольно. В общем, волокно. Волокно, конечно же, мне нужно волокно. Так, хорошо. Качаем тебе вес. Потому что, как я понял, тебе нужен вес. Черт, это было прикольно. Надо сейчас тебя, короче, качнуть и узнать, что, короче, что да как да где. Так, давайте посмотрим Harvest Upgrade. Powered и Delicate. Вот. Деликатные, кстати, сам максимально 425%, как я понял. И, в общем, я буду качать именно максимальное сюда все. 425. А, нет, максимально 425. Это там было 425%. В общем, самое максимальное это... Подожди, плюс сотка? Плюс 500. То есть, получается... 425. Ну да ладно. Фиг с этим всем. Посмотрим, сколько будет максималка. Но меня прикольнул этот чувак, который... Эффект вот этот... Так, хорошо, ладно. Это типа собирает. Это бьет. Это ударяет. Угу. Хорошо, ну-ка посмотрим, как...
ты каким-то ударом вот каким он ягоды собирает. На С по стандарту у меня же это на Ctrl. У меня Ctrl это присесть, мне это удобно, и так он ягоды собирает. А вот так он собирает чисто волокно. Чисто волокно работает как серп. Ну, кстати, как я понял из описания, это не работает типа на сбор мяса. Рыбьего мяса. Прикольный, 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 мне нравится. А еще вот не, конечно, со временем это может и надоест. Вот это вот постоянное моргание, моргание, сканирование постоянно. Ну это кайф, когда ты видишь просто всех своих врагов, и не только врагов. Так, дерево. Дерево он добывает на эту атаку. Дерево, солома, дерево, солома, дерево, солома. Ну, кстати, дерево он добывает в преимуществе. На это он ничего не добывает. На это он ничего не добывает. Как я понял, торпор он накидывает вот этим ударом. Вот это вот я не знаю, что он делает, а вот это простой удар. То есть торпор он вот этим накидывает. Причем он бьет по кругу. Кстати, точно, давай проверим. Так, торпор есть? Так, окей. Ага, он этим даже не дамажил. О, точно, я же читал. У него получается двойной удар как бы. Так, ладно, ну его в баню, короче, это подводное путешествие. Кстати, ну-ка. О! Пиранью вижу. Здорово. Пиранья это хорошо. Пиранья это экспа. Так, погнали. Как это выглядит от первого лица? Хрямс. А, так, что я хотел? Что я хотел? Вот так, короче, сделать я хотел. И посмотреть, как это будет выглядеть. Так, не то. Хоп-хоп. Прикол. Этот чувак прикольный. Я их ненавижу, когда они бегают дикими, а вот прирученный он прикольный. О, этот чувак прикольный. Бьет он, кстати, да, я уже вспомнил, он бьет двумя руками. Ох, желтый, кстати, получается, значит, отображение. Это. Типа испуганного, убегающего. Плавает он, конечно, не очень. Но зато вот по суше бегает он просто отменно. Отлично. Так, хитинку ты добываешь у нас на С. Лучше всего на С добываешь, да? На С. Хрямс! Хрямс и хрямс. Ну, еще хрямс. Нам-нам-нам. Отлично. Такс. Что мы имеем? Вес поднять ему до 1000, так как больше нет смысла. Здесь таки есть, а потом уже все остальное качать в урон. Ну, Антон, здоровье можно до 6000 и выносливость до 1000. Ну так, чтобы кратность была. Все остальное меня вполне устраивает. Что вполне себе, само по себе здорово. Ягодки как-то непонятно добываются. Просто весь инвентарь был захламлен, а оказывается всего-то ничего-то. Тоже как-то непонятно. Ну ладно, это взять все, переместить все, и все нормально, все хорошо. Ну что я могу сказать? Меня он прикалывает. Меня он больше, чем прикалывает. И как добытчик он вполне неплох. Так, давайте еще качнем ему. Хе-хей, такой натуре. Прикольный чувак. Так, давайте заглянем в Википедию. Что получается, он добывает дерево максимал. Дерево 5 звезд, эффективность. Измеряется в звездах по пятибалльной шкале. Дерево 5 звезд, хитин 5 звезд, редкий цветок 5 звезд, кератин 5 звезд, кожа 5 звезд. Короче, 5 звезд. Дерево, хитин, редкий цветок, кератин, кожа, шелк, сочная мякоть кактуса, семена растений Y или Y, волокно, редкий гриб. Это все было 5 звезд. Органический полимер, ягоды. Это все 4 звезды. И 3 звезды. Солома, сырое первосортное мясо, сырая рыба, сырое мясо и сырая первосортная рыба. Это все было. 3 звезды. В целом, у цены всей прокачкой, это еще тот чувак. Мне он очень нравится, как добытчик. Но томить его это просто ад. На обычных серверах, так сказать, с 1x рейтами, овощами, томить его 150 левла,
10 часов. 10, мать его, часов. 2054 наркотика. Это просто жуть. Конечно, в плане томления это полный кобздюнь. Ну, а что поделать? Он того стоит. И что еще по нему? Сразу же давайте посмотрим. Собиратель мяса и дерева — это правая кнопка мыши. Собиратель волокна — это левая кнопка. А, наоборот, господи, все, я глючу. Собиратель мяса и дерева — это левая кнопка мыши. ЛКМ. Собиратель волокна — это правая кнопка мыши. Собиратель ягод, семян и кожи, хитин, шелк — это С. У меня он на контроле. Автоматизировать сборщик. Терминатор будет использовать свою левую кнопку. Оп, секунду. Так, погнали. Автоматизированный сборщик. Тиранозавр будет использовать свою атаку как левая кнопка мышки и С. Если его автоматизировать. Так, для автоматизированного сбора близлежащих доступных узлов, когда они используются игроком, верхом устанавливается. В общем, это надо включать на блуждание. И модернизированный... модернизация — это, соответственно, мощность и так далее. Шкуру, кстати, на шкуру это никак не влияет. То есть это вся модернизация. Что я могу сказать? Все вполне даже очень здорово. Все очень даже сильно здорово. Так, ну ладно. Про тег-броню, я думаю, уже узнаем в следующей серии, потому что я лучше, получше узнаю. Возможно, я всю броню соберу. Посмотрим, что да, когда, где, по отдельности и так далее. Ну, а также у вас есть возможность написать в комментариях, что да, как, да, где. В общем, и в ночи полетаем, посмотрим, и днем побегаем, посмотрим, как это в лесах выглядит. Полностью все постараемся потестить. Ну, а на этом, конечно же, все. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями, ведь вдруг им также понравится, как и вам. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.